точно Москва не была готова к защите. В Госдуме составляют списки бежавших чиновников во время этого мятежа. Как вы думаете, Путина включат в этот список? Там очень характерная, четкая и алгоритмично последовательная цепочка была. То есть Пригожин... Друзья, всем привет, это канал Политека, меня зовут Виталий Прудиус, я приветствую всех наших зрителей. Друзья, поприветствуйте вашими лайками нашего гостя, это Борис Тизенгаузен, политтехнолог. Борис, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что присоединились, всегда рады вас видеть в нашей студии, вот в таком формате непосредственно живого общения, его сейчас как бы не хватает, да, условия у нас военные. Ну и начнем, наверное, с самой резонансной темы, которая с нами с выходных остается, конечно же, вот эти приключения Пригожина или с картофельного спаса, да, как сейчас модно говорить. Вот у нас в Беларуси образовалась такая ситуация, где... Появляется государство с ядерным оружием и частной военной компанией Вагнера, которая, ну, считалась одним из самых боеспособных звеньев вооруженных сил оккупантов. Это нам создает угрозы или это больше белорусский вопрос и игра Лукашенко, скажем так? Дело в том, что ни ядерное оружие, ни ЧВК Вагнер в Беларуси пока еще не появились. То есть, а Пригожин, который там в отеле без окон где-то говорят? Вот то... Пригожин, да. Но Пригожин и ЧВК Вагнер, есть у меня ощущение, что в ближайшее время это будут немножко разные вещи. Начну вот с самого начала. Вообще этот поход Пригожина, который многие изначально интерпретировали как попытка госпереворота, Путин потом какие-то еще торжественные мероприятия сделал и сказал, что благодарю вас, что предотвратили гражданскую войну там, и так далее, и так далее. На самом деле никакой попытки госпереворота даже близко, конечно, близко не было. Он не заявлял об этом, по-моему. Он говорил, что хочет сместить Минобороны, но ничего не говорил о верховной власти, говорил, что мы там не будем трогать нашего Пипу или как там? Пыпу? Он, Пыпу. Пыпу, да. Да. Пыпу. Ну, во-первых, само вот это, сам этот эпитет, это уже оскорбительно. Во-вторых, Пригожин, да, действительно, вы правы, он на протяжении всего этого своего похода он пытался Путина оправдать. То есть он же говорил постоянно, что Путину подают неверную информацию, что его вводят в заблуждение там, и так далее, и так далее. Потом появляется вот этот странный пост, значит, у страны будет новый президент. И тогда все уже начали интерпретировать. Ага, если будет у страны новый президент, значит, наверное, речь идет о смене власти. Но это был пост не Пригожина, это был пост связанных с ним телеграм-каналов. Совершенно верно. Но вот для того, чтобы понять вообще, что произошло, там очень характерная, четкая и алгоритмично последовательная цепочка была. То есть Пригожин, понимая, что в ближайшее время он лишится колоссального бизнеса по заработку денег. Вот эти все коробки с налом, которые нашли, это история про то, что ЧВК «Вагнер» финансировался кэшем фактически. Сколько их там было, кто куда что списывал. То есть Пригожин в свое время, ну, тогда заявил, нас 25 тысяч. По другим оценкам, их было там от 5 до 8 тысяч участвовало. То есть 25 нарисовал на бумаге, 5 написал так, оружие и так далее, и так далее. Сам Путин подтвердил, что с начала войны на ЧВК «Вагнер» было израсходовано порядка миллиарда долларов. Подождите, ну Путин не может сказать о средствах, которые потрачены не из бюджета. Наверняка это бюджетная статья. То есть кэш – это еще дополнительный какой-то поток, который они получали. Это как раз, вот, наверное, то основное, за что бился Пригожин, почему он начал этот поход. То есть там цепочка следующая. Он абсолютно какой-то фейковый обстрел анонсирует, потом этот обстрел происходит, он говорит, смотрите, Минобороны нас обстрелял, мы идем в Ростов. Почему в Ростов, почему не сразу в Москву? Потому что Пригожин очень хорошо знал, что Шойгу инспектирует западную военную группировку, и он будет в Ростове. И потом, вот в этой цепочке, Пригожин пишет, уже где-то там на середине пути к Ростову, он пишет, что Шойгу сбежал из Ростова как баба. То есть он же это написал. Скорее всего, мысль была такая, прийти туда, в здании министерства, там, одном из зданий Министерства обороны, штаба, вытащить этого Шойгу, окружить его, унизить его, заставить его, значит, сказать, что Вагнер дальше будет существовать. Не получилось. Тогда Пригожин разворачивается в Ростове и отправляет колонну во главе с Уткиным на Москву. Все заявления Золотова, например, о том, что... Мы готовились полностью, ну, Москву бы никто не взял. Золотов — это Росгвардия, давайте скажем тем, кто не ориентируется там в российских чиновниках. Это очень давно. Это внутренние войска.
внутренний... подчиненные Путину, который он себе подчинил там в определенный момент. Да, фактически это личная гвардия Путина. Золотов очень давно с Путиным находится. И Золотов, который говорит, что мы кулак сосредоточили ударный возле Москвы, любой военный вам скажет, что отражать атаку врага, ну или террориста, с таким количеством живой силы и оружия уже в черте города, это абсолютно полный бред. То есть их, по идее, должны были встречать по, как бы, по всей военной науке в чистом поле, на дорогах, вот эти сотни километров, когда они ехали. Поэтому точно Москва не была готова к защите. И это же косвенно подтверждает вылет и правительственных бортов, и вот этот рой бизнес-джетов, который из Москвы фактически в тот день разлетался. Кстати, пишут, что в Госдуме составляют списки бежавших чиновников во время этого мятежа. Как вы думаете, Путина включат в этот список вместе с кем там, кого он с собой взял? Мишустина, по-моему. Да, Мишустина взял, потому что Мишустин... Оставлять не решился на хозяйстве, так сказать. Да, потому что Мишустин по Конституции, если с Путиным там что-то случается, то Мишустин фактически становится исполняющим обязанности Путина. Такой себе Турчинов 2023. Да. Например. И получается так, что Пригожин, который решал чисто бизнес-вопросы, не рассчитал, какой будет медийный эффект вот от этой всей истории. Что действительно, многие восприняли это как переворот. Все пошло не так, когда вагнеровцы начали сбивать российскую авиацию. Вот если бы этого не было, то тогда бы, ну, какой-то поход, да, есть у него там определенные цели, но все равно непонятно, какие до конца, потому что там то Пригожин хочет с Путиным поговорить, то Путин с ним не хочет и так далее. Но когда начали сбивать авиацию, и самое главное, реакция, в принципе, Путина на сбитую российскую авиацию, то есть там 15 погибло офицеров, летчики, и он говорит, да, погибли, но у Вагнера есть три пути теперь, у участников, значит, пойти домой, подписать контракт с Минобороны и, внимание, уйти в Беларусь. А вот это что было вообще такое? Вот что значит уйти? Я тихо в лес уйду, белорусский. Ну, это украинский юмор, конечно, кто понимает контекст этот, да? Но, значит, что тут интересного по поводу этой ситуации? Уже криминальное дело закрыл Следственный комитет. Сегодня сказали, что ну, всем было интересно, а вот как они вообще этот финт сделают? С закрытием уголовного дела. Ну и как бы интерпретируют, что мятеж был остановлен, отказались от своих намерений. Сторона, которая собиралась осуществить преступление, то есть они преступлений по пути не совершили. И, соответственно, как бы, ну все, закрывается дело. А убийство 15 российских военных, это как бы, ну... А вот что это? Ну так, бывает, как говорится, да? И сопутствующие вот здесь... потери. Да. И вот здесь начинается самое интересное. Я далек от мысли, что Лукашенко тут играл ключевую роль в плане переговорщика. Лукашенко и Беларусь здесь появились просто потому, что Пригожину нужна была территория с определенными гарантиями. И должно было быть первое лицо, то есть президент, который ему это прогарантирует. Вот здесь, судя по всему, Пригожину прогарантировали. Но все, что касается лагерей ЧВК «Вагнер» на территории Беларуси, или там того, что они туда массово поедут, я в это вообще не верю. Во-первых, их сейчас разоружают. Они передают всю тяжелую технику Минобороны. То есть это остается фактически несколько тысяч людей. Их там разоружат до стрелкового оружия. То есть вот те самые штурмовые батальоны без тяжелой техники. Судьба их, скорее всего, будет следующая. То есть их постараются как ну, гипотетически потенциальную угрозу в будущем уничтожить. То есть куда-то они поедут опять на передовую, в эти мясные штурмы и так полетят далее. Полетят в Сирию, а в Сирии там ну, вот американские ракеты уже прилетали, вагнеровцев, кстати, недавно. Ну, всякое случается. Судан еще есть... Есть африканские страны, где у них фактически под их контролем месторождения находятся и драгоценных металлов, и различных там, камней. Центральная Африка уже. Да? Центральная Африка, да. А почему я не верю в то, что вагнеровцы уедут массово в Беларусь и будут там сидеть? Во-первых, потому что им никто деньги платить за это не будет. Раз. Единственная их работа, которую они умеют, это воевать. Во-вторых, основная часть — это бывшие, ну или действующие заключенные со стрелковым оружием, с опытом
боев городских и с опытом ведения боевых действий, довольно эффективного. Лукашенко, этот троянский конь, там абсолютно не нужен. Что у них будет в головах? На секундочку для справки. У Лукашенко вся армия 45 тысяч человек. Это вот все, вся. Из них вот те самые боеспособные соединения, которые он может бросить куда-то, там от 12 до 15 тысяч по разным оценкам. Ну и более того, они не принимали нигде участие в боевых действиях, и в этом основная слабость белорусской армии была в контексте вот возможных угроз Украине, и об этом всегда говорили. Ну вот теперь решение проблемы, можем на это так посмотреть, что Вагнер создаст вот эту боеспособную часть белорусской армии для провокаций. Но об этом наши вот западные партнеры и целый бывший начальник генштаба Великобритании, лорд, забыл, как зовут, сказал, что вот есть такая угроза. И более того, появилась информация, что лагеря уже какие-то там готовятся для Вагнера. Может быть, серьезнее к этому отнестись, вот Украине конкретно? Ну, к этому можно и нужно будет относиться серьезно, когда они там начнут появляться. Еще раз подчеркну, я с большей долей вероятности думаю, что их там не будет. Почему? Потому что, во-первых, они все-таки не перестают для Путина быть потенциальной угрозой, будь то там Пригожин или Уткин, или кто-то еще их, какой-то идеолог, вдохновитель у них появится. А во-вторых, ну, они действительно умеют только воевать. И в-третьих, за бесплатно, а Лукашенко их содержать там не собирается, прямо скажем, никто их там держать не будет. Поэтому, скорее всего, вот так с ними и поступят. То есть отправят куда-то снова на передовую, разделят на группы, и со стрелковым оружием они, значит, найдут свою смерть в Украине. Что касается Пригожина, здесь ситуация интересная. То, как Пригожин унизил Путина, а мы же помним первое выступление Путина про мятеж, мятежники. То есть да, он... злой дед вышел на камеру, уставший, помятый, ну, в общем... Он не злой был, он был напуган. Напуган? Да, мне кажется, это было заметно, он как-то очень неуверен был. Да. То, что Пригожин заставил его показаться в таком виде, по крайней мере, тот старый Путин, который мочит всех в сортирах, и с террористами мы переговоров не ведем, для него это обида, ну, которую... пережить невозможно будет, поэтому тот, кто это сделал, должен быть наказан. Причем казнь эта должна быть публичной, и все должны понимать, кто и за что казнил Пригожина. Вот этот образ крутого мачо на коне, который, значит, через речку там плавает с голым торсом, это уже все закончилось. Он был полностью разрушен вот тем самым выступлением Путина. И последующие выступления, и попытка рассказать, что мы предотвратили, я тут буду кого-то награждать, 15 человек погибли, забьем на них, ну так случилось, дело по Пригожину закрыли, то есть все равно Пригожин, получается, своего добился. Он дожал на определенных моментах Путин. Потому что, по идее, вот сейчас, что должно с ним произойти в этом отеле Green Hotel, или как он там да, называется? Да, давайте я добавлю немножко вот сопутствующей информации, которая появилась. Например, генерал Дэвид Петреус, это бывший глава ФБР американского, да, говорит, что Пригожину стоит держаться подальше от окон. Ну и сообщается, что действительно в этом номере, где он поселился, нет окон. Об этом уже сообщил глава комитета по разведке Сената США Марк Уорнер. Да, ну то есть, чтобы не вышел из окна. Потому что мы очень хорошо помним в прошлом году череду странных смертей топ-чиновников из российской нефтегазовой отрасли. Один там просто ногу сломал и наложил на себя руки, другого в Испании с семьей полностью, как будто он там сам и себя, и семью убил. Там кто-то из окон повыходил. Ну, в общем, как расправляются вот с даже низшими по иерархии персонажами, мы это видели. Пригожин нанес, еще раз подчеркну, непоправимую обиду Путину. То есть он реально унизил его, даже если он этого не хотел. Поэтому я думаю, что сейчас, может быть, ну не так, как когда-то с российской оппозицией поступали, они не чеченские исполнители это будут делать, а он как будто сам выйдет из окна или там не там будет дорогу переходить. Но, в общем, есть у меня ощущение, что жизнь Пригожина будет недолгой.
Ух ты. Ну, посмотрим. Я все-таки надеюсь, что он попадет в украинский суд, если будет вдруг на территории Украины пролетать. Надеюсь, в этот раз мы его посадим во всех смыслах этого слова. Ну, это так, юмор, да. А вот как Путин может использовать эту ситуацию в свою пользу? Потому что, понятно, сейчас репутационные потери и все остальное. Но, с другой стороны, вот, например, тот же пропагандист кремлевский Марков, да, ну, он там институт политики, там что-то в таком духе представляет, бывший, насколько я помню, депутат Госдумы. В общем, он говорит, что народ, наоборот, сплотился вокруг, значит, батьки, вот, что поддержка была 80, теперь 90, все испугались вот того, какой может быть стать Россия, вот эта управляемая кувалдой, там, да, никто этого не хочет, лучше пусть будет вот этот вот Путин, которого уже все знают, как бы со всеми его нюансами, но хотя бы вот так такой, чем Пригожин с кувалдой. А почему-то кадры встречи вагнеровцев в Ростове, они свидетельствуют об обратном. Mm-hmm. То есть люди подходили, фотографировались, несли какую-то еду. И, кстати, неоднократно в последнее время мне попадались опросы на улицах российских граждан, которые недовольны тем, что Путин не так жестко поступают с Украиной, как мог бы. То есть там звучат, а чего мы ядеркой не ударим по этой Украине? Давно нужно было уже. И вот эта вот прослойка праворадикально настроенных граждан, которые имперцы, но которые думают, что Путин мягко с Украиной поступает, она все время увеличивается. 2 или 3 месяца назад это было около 12-14%. Я думаю, что сейчас это может и больше быть. Поэтому Пригожин, он же идеальный образ управленца для российского гражданина. Отсидел, был все время на фронте, герой Бахмута, значит, такой рубит как бы правду, хает постоянно чиновников, паркетных генералов. Ну, то есть он совмещает в себе те тезисы, которые россияне на кухнях регулярно озвучивают. Борис, ну так супер, вы как политтехнолог должны увидеть в нем, наверное, сейчас вот оппозиционера мощного. Ну, как бы Жириновский уже слушает Кобзона давно, Зюганов уже не тот, уже старенький дедушка, он уже как бы ничего не может. Нужны новые управляемые люди в оппозиции, которые будут, ну как бы, такими неадекватными оппонентами Путина, и все. Значит, Пригожин, на котором фактически висят 15 российских офицеров убитых, навряд ли таким оппозиционером может стать. Пригожин, которого уже Путин обнулил, навряд ли таким оппозиционером может стать. Таким оппозиционером может стать, и вполне возможно, что его к этому ведут, тот же Гиркин, да, ФСБшный проект. Ага. Да, он себе в последнее время многое позволяет, в том числе и там Путина разными словами называть, но Кириенко, который отвечает в Кремле за подготовку предвыборную, за политические вот эти все ландшафты, он не может не понимать, что вот эта прослойка 12-14, а потом она будет больше праворадикальных, она должна саккумулироваться на ком-то, кто управляемый. Рассерженные патриоты, да? Клуб рассерженных патриотов. Клуб унылых вот этих рассерженных патриотов. Да, вот да. Это как раз, в принципе, готовый политический проект. Да. Что касается Пригожина, там, его будущего политического, уже все это как бы навряд ли. Но почему россияне приняли его вот такой образ? Почему он им зашел? Кувалда. Потому что долгое время, в том числе через средства массовой информации, через кинематограф, через литературу, культивировался именно такой образ. Вспомните вот эти все фильмы «Брат», «Брат 2». Вот этот парень, который в чем правда, в чем сила, который стреляет там всех подряд, приступает закон, но ему можно. Любит сильно Россию и ненавидит, значит, всех этих там несправедливых людей, Запад, этот коллективно загнивший. То есть вот это же есть как бы постаревший, только уже Пригожин. Поэтому этот образ очень хорошо зашел. Но, к сожалению, Пригожин не рассчитал, а может, рассчитал свои силы, но его поняли неправильно. А вот что касается того, как это может повлиять и какой плюс Путин для себя может из этого извлечь, вот сейчас я практически уверен, точнее, вот в тот день, когда этот бунт состоялся, слушали всех, кто звонил Пригожину, смотрели на реакцию, ну, может, постфактум это, на реакцию губернаторов, местных властей, кто там сидел тихо, кто предлагал ему свою помощь, кто улетал, вот как вы правильно сказали. Да, ну, списки в Госдуме составляют. Так, Борис, может быть, в этом и весь смысл был спектакля, чтобы
почистить окружение, посмотреть, кто сомневается, кто шатается, кто, значит, слабое звено, кто может предать в самый сейчас сложный момент на фронте, осуществить какой-то переворот. Ну, тот же вот тульский губернатор, да, про него же тоже много говорят, что там, значит, он чуть ли не преемник там или еще претендует на престол. Ну, вот такая версия. Есть такая версия. Я, кстати, такую версию написал тогда утром, когда Пригожин начал свой поход. Но сейчас бы я ее скорректировал. Да, они это сделают. Посмотрят, послушают, записи положат на стол тем, кто там между собой переговаривает. А вдруг сейчас поменяется? Вот бы было хорошо. А как поддержать? А как помочь? То есть эти все люди попадут под раздачу. Каток репрессивный по ним прокатится. Но если бы это было спланировано заранее, никто бы не выводил и не выходил бы испуганный Путин, не разлетались бы самолеты. И по-иному, драматургически, эта вся история должна была закончиться. Путин волевым решением вышел, что всех положить, значит, лично там чуть ли не Пригожина наручники надел. В общем, это было бы совершенно иначе. Российская пропаганда умеет такое кино делать. А ну, тут как-то оно все по-иному вышло. Интересно. Борис, кто может на фоне вот этой всей ситуации укрепиться? Вот пишут, что, значит, у нас Росгвардия получит теперь танки, получат, в частности, структуры, связанные с Кадыровым, с Матвиенко, с Тимченко, с Бегловым. Ну, говорят, даже Собчак, поддержавшая Путина, свой танк получит. Ну, дело в том, чтобы получить эти танки, их нужно где-то взять. Да? Ну, понятно, что разоружат этих вагнеровцев, но, опять же, не совсем понимаю, где они будут брать эти все танки, потому что, по идее, и Таманская, и Кантемировские дивизии, которые под Москвой стоят, у них эти танки должны были быть. И они должны были выкатиться колоннами туда, на защиту Москвы. Этого не произошло. То есть, судя по всему, с танками, с бронетехникой не все так гладко. Путин, конечно, говорит, что мы там модернизируем миллиард танков, и мы их все там запустим и отправим на фронт, но где-то нужно их брать, эти танки. То есть, во-первых, если говорить, что Росгвардия получит танки, ты уже подтверждаешь, что, значит, ты чувствуешь беспокойство. Да. Но это вопрос личной безопасности Путина, режима его комфорта, насколько я понимаю. Чтобы были какие-то личные танчики, которые могут его там защищать в случае каких-то вот, ну, очередного путча, там, или если кто-то Белый дом там снова займет, там, чтобы можно было с танков его там снова расстрелять, как в 93-м. Ну, например. Да я думаю, что у Путина лично с безопасностью все в порядке. И все его резиденции и бункеры, они хорошо охраняются. Вопрос в безопасности других, например, членов правительства, депутатов, вообще, в принципе, Москвы как центра принятия решений. Но мы видим, что, скажем, против современных средств ведения войны, тех же беспилотников, не сильно танки эффективны. Да, они затаскивали в свое время панцири на крыши и говорили, что в Москве все под контролем. Потом прилетели 30 беспилотников и навели там такой шухер, что это долго еще вспоминалось. Они до сих пор думают, как же им с этой проблемой бороться. Поэтому я думаю, что танки — это как бы хорошо, но давайте поймем, где они их будут брать. Да. Ну, мы надеемся, что негде им будет брать, и наши ракеты скоро до Уралвагонзавода долетят, да, там Укроборонпром сменил руководство, может быть, все-таки какой-то результат нам покажут, да. А возвращаясь к Путину, к этой ситуации, к вообще поддержке населения, вот параллели много люди проводили, исторические, там и 17-й год сам Путин проводил, да, и другие там варианты проводились, но из последнего, то, что мне вспоминается, это 16-й год, конечно же, события в Турции, попытка свержения Эрдогана, тоже армией, тоже военными подразделениями. Конечно, это не ЧВК было, это регулярная была армия, в которой как бы заговорщики образовались. Но тогда что вспоминается в первую очередь? Это то, что люди, которые поддерживали Эрдогана, реально его электорат, он выходил на улицы, он выходил, останавливал танки. То есть мы видели вот эти массы людей, которые выходили против этого. Тут как-то незаметно вот это 80%, которые якобы поддерживают Путина, или 90%, вот где они все были? Другая ситуация и очень, кстати, хорошее замечание. То есть ситуация другая, во-первых, потому что Пригожин-то для них герой войны, ну и плюс все знают, что Вагнер — это боеспособное подразделение. Просто выходить там что-то, там было пару персонажей, которых очень быстро выкинули с площади, и причем сами же жители Ростова вытолкали там какого-то алкоголика, который говорил, вот так нельзя делать, и так далее.
еще один вот в эту копилочку момент. А вспомните, как россияне реагировали, когда заходил Легион Свободная Россия и РДК. Как россияне реагировали. Кто-то вышел там со своим там, нарезным или каким-то еще. Партизаны там появились. Летели коктейли Молотова. Хотя группировка-то была небольшая. И вспомните, как реагировали наши соотечественники, когда россияне заходили сюда, доставали оружие, партизанили, поджигали технику и так далее. Ситуация абсолютно разная. Россияне, они по модели своей, им нужен вот железная рука наверху. Чья это там вопрос другой. Да, Путина они 20 лет знают, боятся, что поменяется и как-то жизнь у них иначе пойдет. Но Пригожин тоже сойдет. То есть вот в чем суть. Они не... Потому что Пригожин для них реально тоже был героем. Там у Эрдогана путч военный, ситуация немножко другая. Поэтому сами россияне не готовы, и это как раз про всеобщую мобилизацию, вставая страна огромная, сами россияне не готовы идти воевать, потому что подсознательно часть из них понимает, что эта война не оборонительная. Конечно. А война захватническая. И кто-то из них понимает, что когда заходит, например, прилетает с украинской стороны снаряд или что-то еще, они знают, за что это. Вот в чем суть. Они понимают, за что это. Ну, они некоторые так, точно так же продолжают проклинать Украину, но это, в общем, их проблемы. Конечно, как бы сами пришли к нам. Борис, а почему мы не воспользовались этой ситуацией? Ну, может быть, это был единственный шанс из миллиона, вот, не знаю, пойти на Москву тоже. В тот момент, когда у них там хаос был. И закончить все. Ну, это так, фантазии, конечно, но все-таки вот момент, что можно было извлечь из этой ситуации, какую-то выгоду свою. Честно говоря, вот не первый раз я этот вопрос слышу. Я не совсем вот в данном случае понимаю, как бы мы могли воспользоваться. То есть если бы группировка наших вооруженных сил зашла на территорию России, это для Путина был бы абсолютно легитимный шанс и право использовать ядерное оружие. Я, кстати, всегда привожу в пример российскую ядерную доктрину. Там количество пунктов, когда Россия может применить ядерное оружие, больше, чем в любой другой доктрине других стран ядерного клуба. Я тоже слышал этот аргумент. Но, Борис, с другой стороны, когда хаос такой в стране, разве кто-то бы решился выполнить этот приказ? Наоборот, там так зашаталась вертикаль по ходу, что приказ мог и не дойти. Я думаю, все ждали определенной развязки все-таки. И все ждали реакции, естественно, Кремля. А в российской доктрине, простите, что я к ней возвращаюсь, да, один из пунктов, на секундочку, вот почему наши западные партнеры нам все время говорят, нельзя использовать по территории России оружие, нельзя ракеты. Там есть абсолютно четкий пункт, что Россия может применить ядерное оружие в ответ на удар баллистическими ракетами по территории Российской Федерации. Просто баллистическими. Поэтому, когда угроза, значит, суверенитету, это вот я про вход украинских войск, не российских добровольцев, а украинских войск. Кстати, очень хороший ход придумали вот эти добровольцы российские. Бьют Путина его же, как говорится, аргументами. А что, это не мы, как бы это не украинцы. Так вот, могли же зайти не ВСУ, а РДК могли зайти. Ну, мало ли где, в каком военторге они купили там... Брэдли или еще что-то вроде того. Есть у меня ощущение, что как раз вот тут могло бы случиться ситуация, когда Вагнер, давайте не забывать, что Вагнер это не наши друзья, которые там сносили режим. Вагнер это убийцы, которые убивали и, к сожалению, много убили наших украинских солдат и мирных жителей. Что тот же Вагнер просто развернулся бы в обратную сторону вместе с российскими регулярными частями, авиацией и со всем остальным, и нанесли бы удары по тем, кто заходит. Наши же западные партнеры, насколько я понимаю, по закрытым каналам... Да, пишут, что нас останавливали. Ну, по крайней мере, рекомендовали ничего не делать. Ну, и вот тут еще интересный момент о том, какую выгоду из этой всей ситуации приобретает Путин, потому что получается, что он себя продал вот Западу как все-таки какой-то гарант стабильности. Вот вспомните даже эти посты Медведева в Телеграме, который, значит, до всей этой ситуации грозился, что мы там вам покажем кузькину мать, разбомбим там Лондон и Варшаву и все остальное ядерным оружием. А тут говорит, не переживайте, ядерное оружие будет в безопасности, мы гарантируем, мы ж такие ответственные.
Так неоднократно же и заявляли об этом, что Европа, да и Соединенные Штаты, да и восточные соседи российские, Китай в том числе, они, никто из них не заинтересован в неконтролируемом развале Российской Федерации и турбулентных процессах. Давайте представим на секунду, что не Пригожин, а условный Кадыров решил обзавестись ядерным арсеналом. Вот он с ним что будет делать? Вот мы представляем? Нет. Или, например, какие-то обиженные патриоты решили взять власть в субъекте, где есть арсеналы хранения и все остальное. Понятно, запустить они это не смогут, но, по крайней мере, продать куда-то уж точно могут. Да. А это тоже опасность. Поэтому неконтролируемый распад, наши западные партнеры придерживаются позиции, что распад должен быть контролируем. А для этого существует дожим экономическими санкциями, ослабление России, ну и все сопутствующие процессы. Хотя процесс этот очень длительный. Все, кто думают, что после отвода войск или какого-то подписания мирного соглашения режим Путина падет, мне кажется, эти люди ошибаются. А на Западе хотят, чтобы режим Путина вообще пал? Потому что мне вот события с Пригожиным, честно говоря, показалось, что они его готовы были спасать и будут спасать, если у него будут какие-то проблемы, не будет какой-то контролируемой передачи власти, ну типа там преемник, там, ну вот это вот все. Хороший вопрос. Ну, то есть Запад, он вообще неоднороден сам по себе, да? То есть кто-то может более, скажем так, наши... смотрящие с нами в одну сторону партнеры, сильно в одну сторону. Соединенные Штаты, давайте смотреть прямо, ну, главный оппонент. Соединенные Штаты, в Соединенных Штатах, я, кстати, недавно общался с американскими коллегами, очень четко понимают, на каком фундаменте выстроена путинская Россия, путинский режим. Этот фундамент, он, это такое как бы сросшенное, как какая-то структура силовиков, ФСБшников, военных, генералитета, олигархических кланов, которых там под 80 штук. Ну, в общем, вот это такой коллективный Путин, да? И если этого Путина убирать и ставить преемника, фундамент никуда не денется. То есть перераспределение благ Российской Федерации, колоссальных средств между малой группой людей, оно останется. Соответственно, контроль над средствами массовой информации, которые Путин изначально, когда к власти пришел, он им тоже будет в этом помогать. Поэтому создавать абсолютно альтернативную реальность – это не проблема. Разрушить до основания – никто не знает, кто там придет к власти, какие у него будут взгляды, с кем он будет дружить. Соединенные Штаты тоже понимают, что если Россия начнет как-то вот так сыпаться, то Китай, конечно, своего не упустит, их стратегический оппонент. И у Китая там гораздо сильнее влияние, по большому счету, если посмотреть, сколько гектаров, точнее, там сотен тысяч гектаров Россия Китаю отдала уже в очень-очень длительное пользование, да, то... Там это гораздо больше, чем Путин украл у Украины земли. С другой стороны, Китай с ресурсами России, вот этими всеми ископаемыми, нефтяными, газовыми, ну это, конечно, монстр. Я не знаю, допустит ли Соединенные Штаты и такой сценарий, и нужен ли он им. А Китай и так с ресурсами России. То есть та стоимость... Россия потеряла европейские рынки. Продает в Китай, в Индию, значит, по стоимости, ну, я практически уверен, очень приятные для Китая. В обмен это работает в две стороны. В обратную сторону Китай практически бесконтрольно затаривает российский рынок своими товарами. Для Китая важно, чтобы Россия была коррумпированная обязательно, ненавидящая Запад обязательно, слабая или ослабленная, вот то, что сейчас санкции. То есть вот то состояние, в котором пребывает Россия сейчас, которая просит Китай уже не как равного партнера, а как большого брата, сделайте то, помогите. Ну, уже снаряды китайские появились на фронте, есть первое фото свидетельство этого, по крайней мере, ну, мы сейчас точно не можем установить, но вот в телеграм-каналах уже есть фото снарядов, которые аналоги российских, которые лежат рядом с российскими, но, может быть, испытывают еще там что-то, но, в общем, через Иран это все спокойно может в Россию также приезжать, как мы понимаем. Со снарядами этим есть один важный момент. Это до сих пор пока еще не определили эксперты, китайские это или, значит, из Северной Кореи. Ага. Во-вторых, это как бы очень старая партия. И тут нужно понимать, значит, как она поступила туда. То есть вот эти китайские, та партия, она была не только у Китая,
или у Северной Кореи. Поэтому здесь нужно понимать, чьи снаряды. Но китайские бронемашины, которыми хвастался Кадыров и подставил тем самым Китай. Да. Ну, то есть, вот мы понимаем, что Кадыров — это человек, который очень чёт. Вот у него связь, по крайней мере, одна единственная связь существует, что без Путина он просто не существует его. И отделение Чечни от России, если Путина не станет, или еще там, его не спасет. Где он возьмет этот водопад дотационного бабла, которым его заливают? Ну, он что, производит там что-то, вообще хоть что-то? Ну что ж, Борис, надеемся, что у них снаряды как можно скорее закончатся. Сегодня Резников сказал, что наша стратегия – это истощение российской армии, и контрнаступление еще в полной мере не началось, и результаты будут скоро, но чуда ждать не стоит, но мы на него надеемся все равно, конечно же, на то, что успехи будут и удача будет сопутствовать нашим вооруженным силам. Борис, спасибо вам за участие в нашем эфире. Это все, что успеваем обсудить к этой минуте. Борис Тизенгаузен, политтехнолог, был гостем этого эфира. Спасибо вам, Борис. Друзья, спасибо вам за внимание. Меня зовут Виталий Прудиус. Подписывайтесь на Политеку, ставьте лайки нашим эфирам и до новых встреч.